Да. Как обещала перед вами, автомобиль есть, он в наличии. Готова озвучить перечень дополнительного оборудования, из которого мы убираем коврики. Такой вариант есть, можем его предложить. И со слов менеджера, он как бы вам предложил этот вариант действительно только из-за того, что автомобиль подходит под все параметры, которые вы заказывали. Из дополнительного оборудования сетка радиатора защитная, шумоизоляция, задние брызговики, передние брызговики, автосигнализация, амортизатор капота, так, коврики не учитываем, двусторонний коврик в багажник учитываем, нет? Не нужен. Не нужен. Так, есть какое-то еще оборудование, силовой модуль и обход для запуска. Ну, это, наверное, для этого, для удаленного запуска мотора. С обратной связью, это автозапуск. Очень удобная вещь, кстати. Ну да, да, это вот единственное, что может быть там нужно. Сетка защитная радиаторов. Это бампер-сетка. Антигравийная обработка днищей колесных арок. Брызговики. Ну, здесь дальше повторяю. Работает, да, работает. Потому что это работает, да, совершенно верно. Значит, он вам озвучивал 117 тысяч рублей за доп. Оборудование. Если убираем коврики, то 113 получается. Понятно. Это тот вариант, который можем предложить сегодня и сейчас, если для вас это интересно. Если нет, то все оставляем как есть и ожидаем вас посмотреть. Ну а в фотографии есть этого автомобиля? По фотографии мы с вами разговаривали. Я думаю, что пригласим вас к нам. А вы выберете время и приедете, посмотрите наглядно, сразу автомобиль посмотрите. То есть прямо на нем сетка стоит, прям вот эта вот сетка стоит, брызговики установлены. По поводу оборудования, сейчас попрошу, чтобы менеджер с вами связался, потому что он найдет на складе, либо, не знаю, она приехала к нам уже на территорию, либо она на центральном складе у нас находится, ее еще привезти нужно. В такой момент я не уточнила. И он с вами договорится в каком-то времени и покажет, расскажет, что уже установлено, ее либо устанавливается. И пригласит вас посмотреть. Если это интересно. А почему нельзя, если что-то не установлено, может быть, продать без установленного вот этого всего? Потому что есть договор купли-продажи с тем клиентом, который отказался. И мы сейчас вот эти вот работы уже включили в тот заказ наряд, который является дополнением к договору купли-продажи. Это не совсем правильно с нашей стороны. Что-то перепродавать, кому это нужно или не нужно, это все комплекс консультации с лавочкой по оборудованию на конкретный автомобиль, от которого отказались. Ага, отказались, ну, понятно. Мы с вами обсудили тот пункт, что с клиента брать оплату за демонтаж мы не будем. Так, я не понял, установлены брызговики, сигнализация, сеточка, они установлены? Давайте сейчас Евгений вам позвонит, найдет автомобиль, проверит его позиционно, вам перезвонит и расскажет, что установлено, что нет, и когда можно приехать посмотреть автомобиль. Давайте так, да. Да, хорошо, договорились. Спасибо.